Привет, дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, рассказываю, где зарабатываю. Я ни в коем случае никогда никого ни к чему не принуждаю, я ничего не рекламирую, не даю каких-то финансовых советов, я лишь даю информацию. И очень мне будет приятно, вот прям честно, если вы подпишетесь на мой новостной телеграм-канал, я об этом говорю в каждом видео, вы узнавать будете информацию самыми первыми, потому что я сначала на телеграм-канал выкладываю информацию, затем уже делаю видео, рассказываю о проектах, и проекты без вложений там у меня были, и если что-то интересное будет там по криптовалюте, тоже туда все стараюсь выкладывать. Вот, если какие-то будут там токены интересные появляться, монетки. Вот, просто сейчас по времени не все успеваю, в общем, мне просто будет приятно, если вы подпишетесь. Ну а сейчас мы перейдем к новостям по NeoRPI. Значит, по NeoRPI важные бонусы. Есть бонусы на депозит. Это все я не могу сейчас вам рассказывать. Почему? Потому что лучше зайти в чат и все это посмотреть. Я оставлю в закрепленном комментарии ссылочку на чат. Ну а сейчас я расскажу, как у меня тут идут дела. В общем, все классно. Я очень честно, приятно удивлен. Во-первых, это быстрые выплаты. Выплаты, регламент 24 часа, но 24 часа тут и близко нет, приходит это все за полчаса, там за час, вот там может 2-3 часа, ну быстро в общем, согласно регламента. Дальше, что у нас тут еще есть интересное? У нас тут есть раздел такой вот о компании. Компания зарегистрирована в 5 странах, уставной капитал и так далее, в общем, очень хорошо подготовились. То есть подготовка очень хорошая, видим сам скрипт, сама подготовка. В общем, ну, сделано все неплохо. Вот у нас США, Великобритания. Этот мы пропускаем, так как Великобритания тут два раза, у них двое документов на Великобританию. Австралия, Нидерланды. В общем, это все не дает каких-то там стопроцентных гарантий и так далее. Риски остаются рисками, но это плюс в подготовку. Дальше. Тут ничего у нас не поменялось. Инвестиционное предложение я вам рассказывал. Сейчас я вам рассказал по выплатам, бонусы, рассказал за чат. И, кстати, все выплаты тоже на моем телеграм-канале. И что я еще хочу сказать, какие еще интересные обновления. Значит, в ноябре месяце будет официальный старт, как бы. Возможно, какой-то ребрендинг будет, возможно, какие-то новые тарифы. Возможно, какой-то там будет тариф-копилка. В общем, я не знаю, что там будет. А почему не знаю, да просто потому, что эту информацию никто не сообщает, это сюрприз. Как бы кто же вам будет говорить о планах компании, о планах развития, когда только можно сказать тестовый период или предстарт, или как это называют. Вот, но тем не менее, люди тут уже зарабатывают. Несмотря на то, что еще не состоялся официальный старт, люди зарабатывают, а почему? Потому что у нас уже есть пакеты, инвестиционные предложения, где можно заработать, открыть подписочку и получать себе денежку. Вот такие вот у нас интересные новости. Что еще хотел обратить внимание, я вам это не рассказывал в предыдущих видео. Еще очень тут мне нравится, я вам показывал телеграм-канал в прошлом видео. Прошу прощения, показывал телеграм-канал вам и... Так, что-то у меня долго грузится. А, все. И этот, и презентажку. Вот тут есть такая PDF-презентажка, я показывал. И рекомендую посмотреть просто это видео. То есть, если вы хотите просто ознакомиться с этой компанией, вот сразу вот чисто можете посмотреть видео для информации. Видео очень красочное. Там генеральный директор, там SEO компании. Тут вся информация, вот тут эта вот кнопочка. Ну и PDF-презентажка пока что такая у нас простенькая. Возможно, после старта будет красивая там отдельная какая-то PDF-презентация. В общем, что тут будет и как, пока что нам это не говорят. Это будет для нас сюрпризом. Вот, подписываемся на канал. Всегда помните о рисках. Инвестировать можно только те средства, которые вот вы проинвестировали и забыли за них. Если вы за них переживаете, не спите ночами, кредитные, заемные, этого делать ни в коем случае не нужно, потому что в любом проекте можно как заработать, так и потерять. В любом, даже хоть это будет банк самый надежный, это касается любых инвестиций. Поэтому большого профита, ну и до новых встреч.